Так, здравствуйте, дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на канале. Наблюдаем сегодня Сатурн, вот такой он замечательный у нас. Ну и параллельно наблюдениям давайте поговорим о интересном факте. Ну, даже, наверное, я вам сегодня не факт так, а расскажу такую небольшую информацию интересную. Так вот, в 2017 году космический аппарат Кассини, который изучал Сатурн, вот он больше 10 лет его изучал, он израсходовал свое топливо, и его направили в плотные слои атмосферы вот этого газового гиганта, где зонд, конечно же, и сгорел полностью, к сожалению, потому что передавал он очень интересные факты по Сатурну, интересную информацию, можно было бы еще что-нибудь побольше, может, передать бы, вот, но он свои ресурсы типа того как бы израсходовал. Поэтому на этом-то все, и его миссия вся и была закончена, как бы. Вот, при входе в плотные слои атмосферы Сатурна зонд продолжал передавать данные на Землю. Но они полностью сейчас еще не обработаны до сих пор, к сожалению. Да, с 2017 года не обработаны. Некогда америкосам обрабатывать, у них там другие проблемы. Им надо с нами бороться. Вот в последние минуты жизни Кассини передал на Землю информацию, благодаря которой ученые смогли составить карту гравитационного и магнитного поля Сатурна, а также получить снимок колец газового гиганта с близкого расстояния. То есть, наверное, вот в ближайшее время мы с вами увидим эти кольца очень с близкого расстояния и рассмотрим, насколько они прекрасны и интересны. Но есть еще одна очень интересная информация по поводу того, что успел передать Кассини в последние минуты своей жизни, скажем так. Да, он передал очень интересный сигнал, о котором заспорили сразу же. Как бы подумали, что этот сигнал на самом деле-то не естественный, а искусственный, дорогие друзья. Да, вот так. То есть появились предположения, что данный сигнал исходил из самого Сатурна, из глубины Сатурна, из глубины планеты, вот. Ну и он был очень странный, то есть он имел такую определенную синхронность, как бы. Что он передавал? Передавал он сигнал, очень похожий. У нас Сатурн расплывается, видите как. Этот сигнал был очень похожий на азбуку Морзе, но да что ж такое-то, посмотрите, что есть. Хочу вам дорассказать историю. Ну, вот это вот, знаете, сейчас дымка на небе, которая осенью характерная, конечно же, она нам мешает прям по съемкам. Давайте уж близко не буду, что ли, приближаться вот так. Так вот, вот этот сигнал очень характерный и очень похож на азбуку Морзе. Но только азбука Морзе такая очень интересная. Во-первых, это как бы повторяющие сигналы, ну, знаете, как вот я прочитал эту информацию, сказали, как бы двойная азбука Морзе, вот так. Вот, я ее, конечно, азбуку Морзе не знаю, на самом деле, не буду врать, не буду ничего преувеличивать. Как я понял из объяснений, это так называемая двойная азбука Морзе. Что там азбука Морзе идет? Точка-точка или точка-точка, не знаю. Ну, в общем, двойная. Вот. Кроме всего прочего, прослеживался такой интересный сигнал, будто бы азбука Морзе в обратном направлении, то есть задом наперед. Хотя я вообще не представляю, как это вообще возможно. Но так вот решили ученые, так они прочитали, так они поняли этот сигнал. Вот с 2017 года сигнал еще обрабатывается, и поэтому мы не знаем никакой точной пока информации. Насколько эта информация точна, насколько это вообще возможно. И что он из себя представлял, этот сигнал, непонятно. Но вот в одном из своих роликов я уже говорил, что формируется такая металлическая основа у Сатурна, благодаря вот этим всем там изменениям, всем химическим и так далее. Вот. И, возможно, может быть, вот какая-то вот металлическая основа этой планеты, она способна излучать определенные радиоволны, кто знает. Может быть и так. Поэтому сказали, что Кассини передал радиосигнал
похож на искусственный. Но он не искусственный, он естественный, скажем так. Но просто он настолько непонятен, настолько необъясним пока нам, что его принимают как за искусственное такое, искусственное излучение, скажем так. Ну вот, друзья, не буду все вас мучить, себя тоже ничего не получается сегодня. Сигнал тоже говорю. Изображение очень плохое из-за того, что да, вот на самом деле плывут такие очень редкие облака с туманкой, и сейчас они его совсем закроют, Сатурн. Поэтому буду заканчивать на этом. Всем огромное спасибо. Пишите комментарии по поводу всего того, что вы услышали. Как вы думаете, что это за сигнал такой Сатурн излучал? Да и был ли он вообще? А может быть, американцы нам все, как обычно, врут. Не удивлюсь, в принципе, что завтра опровержение будет, как по мумиям, которые в Мексике выложили, посмотрели все там, да, там такая сенсация. А я и сказал в ролике, смотрите, через пару, тройку или там через недельку скажут, что это полная там лажа. Вот кто знает, на самом деле наврали это подделка, а может быть специально скрыли это все, поэтому сказали, что подделка. Ну вот так, все, на этом заканчиваю. Надеюсь, этот ролик для вас был хотя бы немножко интересен и полезен.